шучу. Чтобы напряглось, да, напряглось. И множество, то есть есть стоящий, да, прошу всех встать. Я как студент, прошу всех встать. Про юмор у меня, конечно, порой. Никакой, да, спасибо, Иван. Представляете, что ли? Значит, что мы делаем? Будет удобно, да. Мы делаем вдох, да, ноги поставьте на ширине плеч, чтобы вам было устойчиво, чтобы не упали вперед, дай бог, боже. Что мы делаем? Мы делаем глубокий вдох, задержку, опускаемся вниз и с прямой спинкой на букву S. С прямой спинкой. Ничего страшного. Сейчас на уже. А представляете, вы на уроке придете, сразу что, как сказать, куда деваться? И вдох. Опускаемся вниз, спинка прямая. И на букву S очень медленно поднимаемся вверх на 15 счетов. 15 счет будет последний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Молодцы. Включайте в театре телефон. Да. Нет, ну можно, вот это все. Но это побольше, давайте. Готовы? И вдох. Но, простите, не сказал. Будем идти теперь наверх, выдувать 20 счетов. А если не выдувается? Пошли. Стараемся, держим. И... Раз, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Молодцы! Сейчас будет вдох, 25 счетов, наверное. Да?